Ті пари, які перебувають у стосунках, добре знають, що у скандалі перемогти жінку майже неможливо. Кожна з нас має свою техніку ведення бою. Ось жінка-танк. При скандалі вона пре на тебе з аргументами, що ти не встигаєш сказати слова. Ти де був? Ти охренєл? Я повторюю, ти охренєл? І це він тільки подзвонив у двері. Так-так, ще є жінка-диверсант. Спочатку вона таємно проникає на ворожу територію. Втирається в довіру, а потім атакує. Ну, наприклад, як прийшла зустрічі з друзями? Ну, таке, нічого цікавого. О, нічого цікавого. Тобто, ти міг повернутися раніше. По дорозі зайти в супермаркет, щось купити для мене, для дітей, а не набиватися, як скотина! Є жінка-снайпер. Один точний постріл у найболючіше місце. Я викинула твій PlayStation. Жодного футболу, я дивлюсь холостячку. І контрольний в голову місяць без сексу. Ау. Але незважаючи на всі наші переваги, і серед чоловіків трапляються міцні горішки. Привет, зовут я. Вова, ты где был? Что, решила мне допрос устроить? Я спрашиваю, Шумко, ты где был? Так, учти, со мной эти игры не пройдут. У меня в школе был первый раз заряд по шахматам. И что? А то же тебе не получится сделать меня виноватым. Я все твои претензии вижу на 5 ходов вперед. Ты дурак? Вот я знал, что ты так скажешь. Я говорю, шахматист. Давай, садись, поиграем. Сейчас 5 ходов пойдешь в ванную плакать. Давай свою претензию. Я спрашиваю, ты где был? Боже, как плоско. Как Е2, Е4. Я тоже стандартно тогда похожу. Я был на работе. Ты вообще на часы смотрел? 5 утра. Слушай, ты бы хоть в школе тоже на какой-то гурток походила по шахматам. Хоть бы там что-то поинтересовалось. Вообще скучно. Мне неинтересно. Пока только фигурами обвиняемся. Вообще игры не има. Так, давай так. Тоже пойду просто. Я задержался на работе. Ты чего пьяный? О, хоть что-то выдало. Надо подумать. Так, пьяный. Почему я пьяный? А! Все. Ход мастера. Я пьяный, потому что я выпил. Ладно, спрошу по-другому. А почему ты выпил? Внимание. Я выпил, чтобы быть пьяным. Как тебе рокировочка? Слушай, Шумко, ну зачем ты так напился? Так, тут надо немножко подумать. Если я скажу ей, что праздновал день рождения шефа, она побьет тем, что день рождения шефа был неделю назад. Если я скажу ей, сегодня пятница, имею право, побьет тем, что сегодня среда. А если я скажу правду, что праздновал день бухгалтера с бухгалтершами, не, она меня просто побьет. Так, вот мой ход. Сегодня пятница, имею право. Идиот, сегодня понедельник. Даже не среда, да? Так. Так, хорошо. Интересно, как ты пройдешь защиту Немецовича. Звони на работу, Немецович подтвердит. Не скажешь, чего бухал? Месяц без рыбалки. В атаку пошла. Вилку решила мне сделать. Сразу 2 фигуры под бой. Так, чтобы спасти этих 2, надо пожертвовать 3-я фигура. Твоя мама может приезжать, когда хочет. Отлично. Можешь ездить на свою рыбалку. Фу, хоть рыбалку спас. Вот эта партейка пошла. Шумко, с кем ты пил? Ну, что так неинтересно. Так, надо быстро перехватить инициативу. Да отвали от меня, писька! Ты вообще в своем уме? Это что сейчас было? Детский мат не сработал, да? Тогда пойдем конем. И реально буква «Г» пошел.
Дорогая, давай пойдем в спальню, я извинюсь, ну, как следует. Так руки убрал? И не могу, я шахматист, взялся за фигуру, ходи. Слышь ты, Гросс-Егермейстер, ты уже просто ходить не можешь. Давай иди сядь, мы еще не доиграли. Хорошо, тогда гамбит. Да, я выпил бутылку пива, открылся, бей. Шумко, это отмазка стара как мир. Потому что шахматы — это древнейшая игра. Так все, все, хватит, мне надоело. С завтрашнего дня никакой рыбалки, никакого футбола и никаких посиделок с друзьями. Настя, тихо-тихо, мы не в шашки играем. Тут можно убивать по одной фигуре, все. Ладно, хорошо, начнем с рыбалки. Да что тебе эта рыбалка далась? Я продаю твою надувную лодку. Жалко ладью. А еще есть варианты? Есть, конечно. Ты можешь ездить на рыбалку, но без друзей и без алкоголя. А с другой стороны, зачем мне бесполезная заблокированная ладья? Забирай ладью, я спасаю ферзя. И по поводу ферзя. Бухать нельзя. И его забрала. Я буду мыть посуду. Все равно нет. Убирать дома. Нет. Гулять собакой. Нет. Настя, я только что пешкой дошел до конца доски. Верни ферзя. Слушай, может, уже сдашься, гроссмейстер? Нет. Я считаю, у меня шикарная позиция, а я даже выигрываю. Серьезно? Mm-hmm. Ну хорошо, играем дальше. А еще... Я в твоем телефоне порылась. Решила атаковать с другого фланга. Интересно, интересно. Гена Работа. Это кто? Гена Работа. Хорошо, что она Коля СТО не увидела. Ну, не шахматист, не шо. А я тоже так себе. Гена Работа — это Гена Работа. Уверен? Да. Походил? Да. А я позвонила по этому номеру телефона, там был женский голос. Вот этот ход я не увидел. Итак, любимый, Гена Работа, это кто? Так, подожди, Гена Работа, это... Так, Гена Работа! Это Гена Работа. Так, слушай, Шумко, ты, пожалуйста, мне вот с темы не спрыгивай сейчас, да? Ты был женщиной. Что? Подожди, так надо проанализировать ситуацию. Духами я не пахну, помады на мне нет, засосов тоже. Простой ход должен быть. Я не был женщиной, чем докажешь? У тебя женские трусы из кармана торчат. Вот это я зевану! Так, надо защищаться. Так, защита Крамника не подойдет. Фишера тоже. Защита Иванова. Это мои трусы. Шумко, слушай, ты думаешь, если у твоего дружка Иванова такое проканало, у тебя тоже проканает? Король в опасности, надо спасать короля. Я в туалете. Так оно стоять! Если, начиная с сегодняшнего дня, я еще хоть раз увижу тебя пьяным... Не успела походить мой ход. Придурок, ну какой твой ход? 7 утра, тебе на работу надо собираться, а ты только приперся. Да, что-то мы заигрались. На чем мы остановились? А на том, скотина, что ты приперся. В 5 утра, пьяный, и у тебя женские трусы из кармана торчат. Давайте запомним эту комбинацию и вечером продолжим. Спасибо за игру, было приятно играть с достойным соперником. Ухи! Ухи! Ухи!